коллеги, доброе утро. Доброе утро. Мы сегодня у вас, рад встрече. Мужчина, которого хорошо знают в ГДО, Александр Черныш, директор Дома культуры «Солнечный», где базируется оркестр «Подмосковные вечера». Сегодня музыканты выступают здесь. Сперва сели под козырек здания, а потом передвинулись поближе к публике. В этом и есть изюминка оркестра. Он постоянно в самой гуще событий. Дает концерты по всему округу и на площадях, и во дворах. Это летние программы, где мы пытаемся летом проезжать все наши территории, все наши площадки. Вот сегодня мы на центральной площади Одинцово, мы бываем в наших парках, мы бываем в новых микрорайонах. Послушать живую музыку пришел и Кирилл Терентьев вместе с двоюродным братом и его семьей. Увидев, что рядом идет свадебная церемония, позвал молодых разделить удовольствие от выступления. А так как Кирилл и Александр Черныш хорошо знакомы, все, можно сказать, сложилось само собой. Поздравляем вас с этим замечательным событием в вашей жизни. Будьте счастливы. И наш Одинцовский муниципальный духовой оркестр «Подмосковные вечера» дарит вам музыкальный подарок. Когда люди знают друг друга и быстро реагируют на ситуацию, рождается вот такое чудо. Молодые Илья и Екатерина свою семейную жизнь начали под звуки живого оркестра. Так и проходят летние вечера в Одинцово с маленькими чудесами и большой любовью к жизни. Тимур Гасин, Андрей Безуглов, телекомпания «Одинцово».